Короче, приезжаешь там на 7:30 на концовке парк бесплатно, если он ждешь, пока она выходит. Давай, приезжай, 9:30. Ну. 9:30 я уже дома. Садишься с ним в автобус, едешь, общаешься. Я скажу, это не наш пассажир, не садите его. Возят только сотрудников, а ты не сотрудник. Става, красиво. Не-не, давай 9:30 лучше. А обратно что, потом пешком пойдешь на склад за машиной? Взаимно. Буду ждать твоего выхода. Пока смотри, когда весь склад выходит, уже на улице темно. Ты знаешь, какая толпа выходит? Поверь мне, ты там меня не увидишь. Давай, удачи. Склад 45 тысяч квадратов, чтобы вы понимали. Вы знаете, сколько сотрудников там, я не знаю, что 50-60 выходят штук человек. У тебя будет задание, найди меня в толпе. Я, короче, завтрашнего дня начну в Баклаве тогда ездить. Либо это, знаешь, с какой-нибудь черной фигней, короче, под негра буду косить. То что ты говоришь, Ксюха, привет, я тебе говорю, все, давай, всего хорошего, ты садишься в машину и уезжаешь.
Я в автобусе еду. Ребята, не надо мне звонить. Денис, тебе зачем? Фуркат такой наивный. Ключевое слово вдруг. Что сразу наивно-то? Да и что он хочет твоего парня отпить? Точно. Вон Фуркат мой парень. Да вон Фуркат мой парень. Фуркат, ну-ка Дениса. Разогнать надо Дениса. Кому водички? Чтобы по писюрику в школу не пойдем, да? Все, Фуркат, я пошутила. Потом уже губежку свою раскатаешь. Я просто временно тебя в аренду забирала, чтобы ты Дениса немножко в сторонку отодвинул. Пошутила, но тебе сказать, все, сейчас отодвляем, бои без правил будут. Итак, на ринг выходят Денис и Фуркат. Сейчас спросим, маленькие дети.